Татарстан является мини-Россия, где главным элементом это есть и согласие. Аллах, скоро увидимся. 2 года назад обещал приехать в Татарстан и обещание сдержал. 5 лет ведущий Пьер-Кристиан Браше знакомился с культурой регионов страны в теплой студии программы «Россия. Моя любовь». Но с этого года решил объездить субъекты самостоятельно. И вот в объективе Татарстан. Ни в одном канале не было передача, которая бы показывала действительно богатство России, который мог рассказывать не только об этнографии, как я раньше рассказывал, а передача, где мы могли и рассказывать об истории России, о разных взглядах. Подготовка к съемке в самом разгаре, о регионе через предметы. В таком формате знакомится с Россией Пьер-Кристиан. Шамаиль, Марджани, национальная одежда. И всего 5 дней, чтобы изучить Казань. Объект, который мы найдем в музее, рассказывать о культуре, которая связана с этим объектом. Поэтому у нас более такая активная передача. Но в Казани много и других колоритных мест. Вот что советуют казанцы посмотреть французу. В театр куда-нибудь там в Казани. Камала, понялся, в ТЮЗ. Да много у нас куда мы сходили? Советовал им сходить по местам, вот здесь Кремля, в музеи сходить. В Дом татарской кулинарии, попробовать местную кухню, шпишмаки, треугольники, перемечи, пироги. Кстати, с национальной кухней француз уже успел познакомиться, но предпочтение все же отдает родной. Французы всегда думают, что лучшая кухня в мире – это есть французская кухня. Признаваться в любви Казани Пьер-Кристиан будет 5 дней, а затем отправиться влюбляться в Москву, Калмыкию, Якутию. Алина Бережная, Мирзалюшев, ТНВ, Казань.